Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим салат «Милена» с брокколи. Такой вкусный и необычный салат понравится тем, кто предпочитает легкие салаты. Готовится он очень просто, а на столе выглядит ярко и празднично. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Полкилограмма брокколи моем и разрезаем на мелкие соцветия. Соцветия разрезаем на самые небольшие кусочки, чтобы капуста лучше промариновалась. Подготовленную капусту перекладываем в небольшую кастрюлю или миску с крышкой. Готовим заправку. В отдельную мисочку наливаем 7 столовых ложек растительного масла. Я взяла оливковое, но можно взять и подсолнечное нерафинированное масло. К маслу добавляем 4 столовых ложки яблочного или винного уксуса. Также можно взять лимонный сок. В заправку насыпаем 1/2 чайной ложки сахара, 1/2 чайной ложки соли и 1 чайную ложку горчицы. Все перемешиваем до объединения ингредиентов. Сюда же выдавливаем 2-3 зубчика чеснока через пресс и опять перемешиваем. Приготовленной заправкой равномерно поливаем брокколи с помощью ложки. Все хорошо перемешиваем. Кастрюлю накрываем крышкой и ставим в холодильник мариноваться на 7-8 часов. Я ставлю мариноваться на ночь. Капуста промариновалась, готовим остальные ингредиенты. 250 грамм помидоров черри нарезаем половинками. Также можно использовать большие помидоры, разрезав их на дольки. 200 грамм сыра фета нарезаем кубиками размером около 1,5 сантиметров. Вместо сыра фета можно использовать адыгейский сыр или моцареллу. К маринованной брокколи добавляем нарезанные помидоры и немного перемешиваем. Сюда же добавляем кубики сыра. И все аккуратно перемешиваем, чтобы не раздавить кубики сыра. Также у меня на канале есть и другие рецепты вкусных салатов без майонеза. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Салат перекладываем в миску, в которой будем подавать его на стол. Сверху салат посыпаем кедровыми орешками. Их можно заменить кунжутными семечками или любыми другими орешками. Салат готов, можно подавать на стол. Салат «Милена» с брокколи получился очень вкусным и свежим за счет капусты брокколи. После маринования капуста получается не сырой, а как раз альденте. Салат готовится очень просто и выглядит ярко и красиво. Если вам понравился рецепт такого салата, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.